Здравствуйте, уважаемый любитель ножей. Сегодня короткий такой напоминающий фильм о том, что у нас есть финки с наборными рукоятями. Вот Ирка. Я ее не буду разматывать, потому что как бы она вот со склада упакованная. Это на базе клинка от Фирса. Клинок толстый. Ой. Такая интересная у ней скругление. Ну, очень удобная. Ну, поскольку, мягко говоря, не всем нравится тюремная символика, да? Вот это и. Я ее положу пока. Есть у нас и другие. Остановиться я бы хотел вот на этой. Но, вот допустим, да. Немножко другая рукоять чуть-чуть отличается. На базе ножа разведчика. Это на базе вишни. Даже я бы сказал, наверное, да, это. Я думаю, это НР, немножко неправильно сказал, это не НР-40, это НР-43 клинок. Вот. И я бы хотел вот про эту финишку немножко сказать, да. Здесь клинок от финки с сучком, так называемый. А рукоять в форме тельняшки. Учитывая то, что на фронтах Великой Отечественной войны подобные финки с наборной рукояткой использовались постоянно, плюс ко всему нож очень удобный, и вот такая вот симпатичная тельняшка. Скоро день ВДВ. Десантнику, которому вы подарите такую финку, она ему понравится. И вообще, понравится всем, у кого по службе тельняшка вот такая. Естественно, полосы мы можем делать по вашему заказу в зависимости от рода войск. Вот. Понятно, что бывшему воину, солдату, гораздо ближе финка не с тюремной символикой, а вот наборная в цвет его тельника. С этим, я думаю, вы все согласитесь. Конечно, они все красивые. Если уже сильно не упираться и не загоняться вот этой буковкой, то в принципе, ну а что? Но тем не менее, понятно, что форму-то вы можете и такую заказать, но в форме тельняшки. Той, которым в зависимости от того, кому вы будете дарить. Вот. Хорошая вещь. Конструкции рукояти принципиально разные. У этой больше упор, у этой меньше упор, но у
удержание в руке. Но рукоять может и на эту быть такая. То есть тут надо просто обговаривать при заказе, что вы хотите. По ощущениям. Обе удобные. Ну вот это удобнее. Грибок. Все-таки вот этот вот обратный хват. Такой хват. Упор. Тоже нормально. Не буду вас отвлекать. Заказываем ко дню ВДВ. Всего доброго, до свидания.